Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня начинает день наш коллега из Краснодара Альберт Бурага. Альберт, приветствуем вас! Приветствую, Игорь Николаевич, еще раз. Друзья, коллеги, трейдеры и трейдерши, тоже вас приветствую. Хороший сегодня день в Краснодаре, солнечный. Многие мои друзья все еще катаются по морям, отдыхают. Но нам приходится работать, потому что уже... Как говорится, рынок не ждет. Ну, ладненько, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас было, что у нас может быть. Давайте посмотрим, Альберт. И прежде всего, давайте посмотрим, доколе евро-доллар будет наш понять. У нас уже половина участников чемпионата мира по счета попотеряли. Да, такое есть. Ну, это август. В принципе, очень часто в августе такое бывает. Впереди у нас сентябрь, а там поднятие планки госдолга по Америке, да, мы помним, что это такое, и помним, как Обама с этим боролся, да, в один из годов своего правления, да, когда они там, по-моему, до ноября затянули, и рынок просто лихорадило, вот с сентября до ноября практически, был такой один год, я помню, вот. Во всем опять Америка виновата, получается. А, как всегда, абсолютно, Игорь Николаевич, больше не на кого свалить, абсолютно. Поэтому только так, да, только так. Сейчас я демонстрацию включу. Мы теперь знаем, кто во всем виноват. Если что, ругайте все. А себя не ругайте. Вам слово, Альберт, что интересного? Да много чего интересного. Сейчас посмотрим. Так, трансляцию включил, давайте глянем. Да, видно хорошо. Так... Давайте, значит, рынок Форекс, евро-доллар, да, что же у нас тут такого интересного есть. Так, значит, кто следит за моими обзорами на ВК, которые выкладывают, тот, в принципе, знает, что 14 августа мы наблюдали вот такие вот опционные замки. Да, опять-таки, это моя терминология, давайте не путать с опционными тактиками биржевых специалистов, да. Это чисто моя терминология. В общем, здесь было следующее, мои рекомендации. Не работать с 14 числа, поскольку участники рынка вот такими вот действиями просто-напросто перестраховывались. Они боялись, что мы еще можем провалиться какое-то время, да, попадать несколько дней, поэтому они просто встали вот в такой вот замок своего рода, да, и поэтому пережидали, пересиживали. Вот нам это тоже неинтересно. Поскольку здесь могло быть все что угодно. Флэт, рывок вверх, вниз, вообще абсолютно непонятная ситуация. И они решили переждать. Нам, в общем-то, оставалось делать абсолютно все то же самое. Вот. Дальше, в общем-то, был у меня такой небольшой прогноз, ремарка, что мы дойдем до третьего уровня расширения вот этой вот конструкции, называется песочные часы. Но это не я давал формулировку, это ребята у нас такие есть веселые в чате. Вот. И... Поход до отметки 1.12, ну или 1.3, да, ровно, в принципе, был у нас запланирован. Единственное, что, конечно, мы не смогли по нему прокатиться, поскольку мы ждали все удар по уровню 2, откат, а потом уже поход вниз до уровня 3. Не было у нас здесь отката, к сожалению, ну вот такой рынок. Поэтому мы не зашли, но, тем не менее, цель наша была, в общем-то, достигнута. Вот кому интересно там мои рассуждения по этому движению, посмотрите в ВК, там все это есть. Что у нас на сегодня? В общем-то, на сегодня, в принципе, вот эту конструкцию уже раскрыли, уже, в принципе, нету такого замка. И есть у нас хорошие наборы контрактов под ценой, 810 контрактов, 99 контрактов, которые говорят о том, что сейчас участники рынка уже, в общем-то, готовы немножечко поднять цену вверх, поднять. Ну, я думаю, что максимум до отметки 1.1473 стоит ожидать, пока больше не стоит. Почему? Потому что у нас здесь, во-первых, есть должок по недельному уровню, который обычно цена любит потрогать в течение недели. Вот уровень не перестраивается, держится всю неделю. И он у нас до сих пор еще не потроган ценой. То есть есть какие-то ожидания, по крайней мере, пока сегодня четверг, завтра пятница. Ну, может быть, мы успеем. Тут всего-то бежать, ничего. И вот раскрытие замка и доливка средств на... ну, в сторону движения вверх, в общем-то, нас несколько обнадеживает. Вот, поэтому, по крайней мере, я буду рассматривать любые варианты на движение вверх на небольшую дистанцию, ну, может быть, там до 100 пунктов по четвертому знаку. Примерно где-то так и получится.
Так, фунт. Фунт. Давайте глянем, что у нас по фунту. Так, фунт постоянно откладывают тоже вот такими вот замками. Вчера, правда, замок позавчера раскрыли, и можно было немножко пробежаться вниз в течение дня. А вот вчера опять-таки замок, мы видим непонятный флет. Сегодня есть тоже предпосылочки. У нас немного контрактов набрали на двух страйках. 100 контрактов 76, скажем так, с перевесом в бай. Ну, это радует. Это радует, тем более, что нам все-таки нужно как-то подойти к этой границе канала хеджеров. Вот, дабы участники рынка определенные не испытывали дискомфорта за свои средства, вложенные в рынок. Поэтому ищем момент и будем туда двигаться. Вот. Ну и, соответственно, сильный уровень у нас, скажем, на сегодня это 1.2636. Если кто-то хочет работать на покупку и не знает, где поставить стоп-лосс, вот как раз за этим страйком можно примерно себе ставить. Тем более, что вчера его тоже, видите, усиливали, 124 контракта набирали. Здесь вполне можно что-то для себя взять. Так. Давайте сегодня не будем рассматривать импульсную торговую систему, просто чтобы время наше не тратить. Пробежимся по рынку Форекс, именно по индикаторам SIP и Strike. Так, австралийский доллар. Что у нас есть интересного здесь? Так, падение. Здесь у нас был замок, понятно, достаточно широкий. Падали до границы этого замка. Замок, кстати, вот тут усиливался еще, да? Вот, дальше здесь у нас был сигнал все-таки на движение вверх или флет. Это было 14 августа, скатились вниз. И видите, вот сейчас мы, в принципе, на уровень открытия этого дня торгового мы вернулись. Все. То есть этот сигнал себя, в принципе, пока отработал. Так, сегодня у нас, мы видим, есть набор контрактов 39, да? Такой вот позитивный, хороший набор. То есть, в принципе, пока мы видим желание участников рынка немножечко поднять цену, хотя бы до границ канала хеджеров, где у нас, ну, отметка 0.7304, вот здесь вот у нас будет какой-то флет вот такой, я думаю. Пойдем, попилим. Сегодня-завтра, по крайней мере, можно ожидать попадания вот в эту зону, а дальше будет видно, посмотрим, как участники рынка переместят свои контракты. Если переместят выше, мы это увидим, значит, в принципе, они ожидают движения вверх. Если нет, ну, тогда посмотрим, что же они ожидают. Ну, это будет видно уже потом, не сейчас. Так, канадский доллар. Канадский доллар. Флет, да, вот видим, все-таки флет. Вот такой большой флет размашистый. Красный балансовый уровень пока держит цену, то есть видим колебания возле этого уровня, и пока оторвать ее не получается. Новостной фон, кстати, у нас какой сегодня по канадскому доллару? Давайте глянем. Так, красная вертикальная линия. Что нас ожидает? 15.30 число выданных разрешений на строительство. И где-то в это же время индекс производственной активности от ФРБ. Ну, ладно, не знаю, как на канадцев будет реагировать, честно говоря. И не хочется заморачиваться. По индикатору страйк, я сегодня уже пробегался с ребятами, мы смотрели, здесь все пусто. Нет никаких наборов абсолютно, которые бы нас интересовали. То есть, вообще, я смотрю, уже больше недели, ну, вот последний был интересный набор, но это как сильный уровень у нас сработал вместе с красным балансом. Большая шпилька, ну, удержали, ну, ладно. Уже неделю-полторы участники рынка здесь ничего не делают, никаких наборов не производят, такое впечатление, как будто они забили на канадский доллар, и он им пока не интересен. Абсолютно. Вот. Но мы тоже смотрим, ничего нет, но нет, значит нет. Ничего делать не будем. Подождем, посмотрим. Если вот провалимся вниз, друзья, да, при отсутствии каких бы то ни было движений на индикаторе страйк, да, у нас ожидает вот такая болтанка, как всегда, на красно-балансовом уровне. Поэтому здесь, пожалуйста, кто хочет, на небольшой отскок 15-20 пунктов в карман всегда можно положить. Так, франк. Смотрим, что по франку. Отбой от балансового верхнего уровня вчера, да, то есть опционисты здесь заложили достаточно сильный уровень. Отбились, ушли вниз. Такая же картина, как и была буквально неделю назад. Отбились, ушли вниз, закрылись по тейк-профиту, практически филигранно отработали. Все, здорово. Сейчас мы видим, что, в принципе, пока мы не дошли до нашего take-профита 0.9901,
можно перевести в безубыток уже наш вход. А, ну и здесь у нас, в общем-то, опять-таки стоит балансовый уровень, по сигналу которого можно прыгать вниз на ту же самую отметку по take profit. В общем, те же яйца, только в профиль абсолютно. А выбирать вам как хотите. Так и работайте. Но уже можно даже что-то закрыть для себя. Так, иена. Давайте иену посмотрим. Так, ну иена нам пока ничего интересного тоже не дает. Недельный уровень потрогали, пока возле него болтаемся. Хорошо, дальше. Верхний балансовый уровень не так далеко сегодня, как вчера. Да? Вчера было вот здесь. Вот. Если подойдем к нему, отбой и уход вниз. Да? Уход вниз, take profit, пожалуйста. 53 пункта по четвертому знаку можно рассчитывать. Вполне, вполне можно рассчитывать. Вот. Но пока нас удерживает граница недельного, а не граница, простите, а недельный уровень, видим, да, вот шпилька была одна, тут вторая подходит к нему. Без новостей вряд ли мы рванем выше. Но если что-то будет, будем уже работать по правилам нашей торговой системы, друзья. Так. Далее. Серебро. Ну, серебро у нас коррелируется, в общем-то, с золотом в последнее время. А здесь мы с ребятами сегодня обсуждали, очень много наборов идет хаотичных. Кстати, надо будет посмотреть, когда экспирация по серебру. Не пора ли, да? То вот, вот такой хаотичный набор и на колах, и на путах мне напоминает экспирационный день, кстати. Далее. Кто вчера заходил на отбой от верхнего, от нижнего, простите, балансового уровня, до зеленого аварийного мы не дошли. К сожалению, можно было бы здесь усредниться, не дошли, ну и ладно. Сегодня балансовые уровни сместились вниз, и take profit тоже у нас полз. Он сейчас на отметке 14.76, что, в принципе, соответствует нашему уровню ухода, друзья, к сожалению. Да? Поэтому придем сюда, по правилам закрываем нашу позицию в безубытке, ну, может быть, там с разницей на наш спред. Вот. И все такое. Ну, что есть, то есть, да. Так, теперь золото посмотрим, давайте. Посмотрим золото. Так, по-моему, 14-го, если не ошибаюсь. Да, у нас тут был вот опционный замок, который нам говорил о том, что никуда не влазим, ничего не делаем. Вчера его вдруг неожиданно раскрыли, да еще долили контрактов 158 штук на движение вниз. Ну и в 9 утра, в 9.30 по получению сигнала мы, в общем-то, прыгнули вниз и 100 пунктов по правилам закрыли. Все. В общем-то, а нет, не все, пардон. Отбой от нижнего балансового уровня, да. В общем-то, есть такой факт, отбились. Уходим вверх. Take profit, правда, высоко, очень высоко на отметке 12.02, вот вы видите, точка 87. При этом индикатор strike показывает там сегодня опять-таки опционный замок. Вот любят они это дело, я смотрю, по золоту. То есть сегодня участники рынка пытаются переждать данную ситуацию. Не знаю, как это будет выглядеть. Завтра посмотрим, если его раскроют, в какую сторону будем думать, смотреть. Вот, ну, по крайней мере, пока вверх. Стоп-лосс можно, в принципе, перетащить уже под последний лоу вот сюда. Ну, может быть, там пунктов 5-10 ниже спуститесь, можно поставить. Учитывая, что мы закрылись, в общем-то, выше балансового уровня, перспективно движение вверх у нас, в общем-то, сохраняется. Так что вот такой расклад у нас примерно получается по металлом, друзья. Примерно такой расклад. Так, что у нас? Стал срочный рынок. Так, Юрий Марченко, вопрос. Хорошо. Сейчас давайте срочный рынок пробегусь и Юрию попытаюсь ответить на его вопрос. Так, срочный рынок. Ну, на самом деле, по срочному рынку сегодня мало что можно рассказать. У нас сегодня экспирация. Да, кстати, кто заходит на группу ВК, смотрит, всем рекомендую смотреть вот эту вот табличку, потому что здесь есть экспирации по опционам и по фьючерсам. Это срочный рынок по тем инструментам, по которым мы торгуем, друзья. Вот, поэтому у нас сегодня, видите, да, по РТС 16 экспирация, Газпром уже прошла, да, уже на сентябрь перенесли, Сбербанк перенесли, а рубль сегодня, да, у нас все экспирация, нефть чуть попозже. То есть, в принципе, из всего этого дела есть вариант рассмотреть только нефть, вот честно скажу, потому что все остальное для нас не торговый день, ну,
можно просто пробежаться по-быстрому, что у нас осталось. По РТС у нас остался неотработанный балансовый уровень 11.08, к которому нужно подойти, да. Посмотрим, в этом экспирационном периоде не получилось, значит, попробуем в следующем экспирационном периоде подойти. Хорошо. Вчерашний пробитый, кстати, вот балансовый уровень. На данный момент первой свечкой мы отработали, все здорово его. Так же, как мы отработали и предыдущие пробитые. Причем еще даже что-то можно было заработать себе на этом. Остался, в общем-то, один пока не отработанный. 110.82. Так, Газпром. Газпром. Ну, вчера, в общем-то, не работали, сегодня тоже, да, первый день после экспирации. Смотреть горизонт канала хеджеров пока смысла не вижу. Их нужно дня через 2-3 смотреть, только тогда будет понятно, что там происходит. А в целом, как закончили период. Ну, отбой от верхнего баланса уровня состоялся. Я уже об этом, по-моему, говорил. Профит взяли, потом уже уходили бесконтрольно вниз. На красный балансовый уровень упали, в общем-то, который всех устраивает, и на нем великолепно ушли на экспирацию. Все, то есть все, в общем-то, остались в дамках, как говорится. Так, Сбер. Сбер. Уровень долговой пока не отработан. 20.014. Но, несмотря на все это, удачно можно было раз отбиться, да, от уровня, два отбиться от уровня, в общем-то. Хорошо поработать. Вчера мы не работали, сегодня тоже. Все, пока здесь больше анализ у нас, анализа не будет. Си, давайте посмотрим. Так, что по рублю? Ну, по рублю пока сложно что-либо сказать. Экспирация сегодня, да. Мы не работать не будем. Страйки набираются все хаотично, понятное дело, экспирация. Что у нас? В принципе, мы паркуемся, кстати, на границе канала хеджеров, что очень хорошо и, в принципе, вписывается в общую концепцию торговой системы. То есть можно сказать, что участники рынка компенсировали вот этот весь полет, который у нас был с выходом за границу канала хеджеров. И приплыли, в общем-то, опять-таки на границу. Все. То есть, по крайней мере, пока никто никому тоже не должен. Получается такой расклад. Так, ладно, по рублю хорошо. А по нефти, да? Что по нефти? Давайте посмотрим, что у нас по нефти. Вчерашний отбой от Greens Canal Hedgers от нижнего балансового уровня. В общем-то, опционисты здесь дружно все это в кучу свалили и удержали цену. Можно так сказать. Соответственно, сегодня, кстати, сместились немножечко балансовые уровни. Вот мы видим. Take Profit переехал на отметку 71.61. Вот здесь будем закрываться, кто вчера заходил. На отбой, пожалуйста, вот этот диапазон можно себе взять. Кто не заходил, я бы сейчас не рекомендовал уже запрыгивать в рынок. Для вас наилучшая ситуация будет это поход цены вниз до нижнего баланса уровня. И от него уже мы можем прыгать вверх на 71.61, друзья. Вот это наилучший вариант. Индикатор Strike сегодня показывает нам вот такие вот наборы и в ту, и в другую сторону. Честно говоря, вот в общем-то flat. По факту. По факту flat. Вот с уклоном куда пока неизвестно, ну... Посмотрим, что, в общем-то, будет. Вот, поэтому такой расклад. Все, тут, я думаю, тоже вам, друзья, все понятно, коллеги. Так. Это ладно, это пока не надо. Хорошо, все вроде пока могу. Так, трансляцию остановить или нет? Я не знаю, тут на вопрос нужно будет что-то показывать. Так, Юрий спрашивает. Альберт, а как вы прокомментируете тот факт, что опционный рынок в сравнении с фьючерсным... Во всяком случае, по евро-доллар раз 18 меньше. То есть даже если все обладатели опционов выйдут на рынок фьючерсов, то они практически не окажут влияния на ход фьючерсных торгов. Как вы ответите на эти измышления? Я могу сказать, что Юра, в общем-то, подметил одну очень важную вещь. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола, пока ничего показывать не будем. Давайте серьезно обсудим эту тему, поскольку она звучит не первый раз, она звучит как бы, что вы по опционам, опционы это вообще воздух. Юрий Марченко, кстати, заходите в эфир, давайте тоже ваши аргументы. Да, Альберт, слушаем вас, как вы к этому? Вот данный вопрос меня мучает с 2010 года.
Я вам честно скажу, вот я с этим вопросом подходил еще на НОК 10, когда я был, по-моему, да, если не ошибаюсь. Да, вот мы с Сергеем Николаевичем там были, да. Я подходил к Коровину. Ну, он вроде как специалист по опционам, да. Вот, по крайней мере, знает гораздо больше меня. Я тут снимаю шляпу в этом плане. Я ему задавал тот же вопрос фактически. Ну, может быть, немножко в другой форме. Вот. Он сказал, знаешь, Альберт, вот никто тебе не ответит на этот вопрос. Ясно, что рынки связаны. Это однозначно. Опционы, фьючерсы, какие-то прочие деривативы. Причем они не просто связаны по вертикали, да, там, скажем, на бирже, там, CME, условно говоря, там, фьючерс, опцион, там, что-то еще, да, вверх. Но они связаны еще и горизонтально. То есть CME и наша биржа, да, MAEX, московская. Казалось бы, да, несопоставимые объемы абсолютно. Но каким-то немыслимым образом они связаны. И вот у нас сейчас ребята, у меня вот ребята из учеников, которые по московской бирже, по моей методике, по таблице ФОП, великолепно работают с нефтью. Именно по опционам. Они анализируют нефть, и у них очень хорошие результаты. Казалось бы, опционы на нашей бирже московской, да, и опционы на CME, ну, вообще абсолютно небо и земля. Но каким образом, таким, я не знаю, там, магическим они связаны между собой, вообще непонятно. Я пытался на НОК-10 опционной конференции тогда Коровина мучить. Потом кого-то с Форекс-клуба там еще мучил, тоже опционистов. Вот, в лучшем случае мне говорили, мальчик, не мешай, не задавай глупые вопросы, иди погуляй. Все. Уходили и разворачивались и уходили. Вот честно скажу. Я пытался это выяснить, Юра, вот реально, я пытался выяснить. Нет у меня пока объяснения на этот вопрос. Но связь есть. Все. На той конференции было так. Человек 200 в зале, выступает Альберт и говорит, что вот такая связь, так это работает. Вопрос из зала, а как это работает? Альберт говорит, я не знаю. Все, кого я спрашивал, тоже не знают. И вы не знаете. Весь зал, вау, типа, мистика какая. И потом целый день это обсуждали, почему, как это работает, не работает. В общем, Юрий, эта тема обсуждается на моих глазах уже несколько лет. И поэтому я, например, даже как бы не лезу со своим экспертным мнением. Вот я, например, тоже не понимаю, почему электричество бежит по проводам. Как самолет, железная бандура летит по воздуху, который вот я рукой воздух разрубаю, а самолет по нему летит. И как выяснилось, космонавты, один из космонавтов мне сказал в беседе, я тоже не понимаю, ну и что теперь? Как бы? Летаем, летаем. Вот так же и здесь, друзья. Или там нейробиологи говорят, мы вообще не понимаем связь мозга, электрического импульса с самим мозгом. То есть сознание и мозг. Это вообще нет никакого объяснения, как они могут быть связаны. Но они же есть, раз мы с вами что-то соображаем и общаемся, они же есть. Поэтому, друзья, я к этому отношусь спокойно. В этом мире много непонятного и неизведанного. Но раз это позволяет зарабатывать, значит, это правильно. И нефиг вот это усложнять и думать. Раз Альберт зарабатывает деньги и большая толпа людей вместе с ним, и скачки, я знаю, продолжаются. Скачки в смысле скачивания, а не лошадиные. Лошадиные – это на рынке, вверх-вниз. А скачивание продолжается, Альберт становится все более популярным, технологии активно используются. Вот, поэтому тут понятно, как бы. Но на мой взгляд, сейчас взять любой, Альберт, не знаю, согласитесь вы или нет, сейчас взять любой индикатор на рынке, да, там, ADX, тот же взять, вот мы буквально два дня назад обсуждали, он тоже вызывает большие сомнения в его эффективности и вообще допустимости применения. А то, что вот ваши индикаторы, ваш подход вызывает больше много вопросов, это нормально абсолютно. Но я хочу сказать, что вы далеко не единственный человек, который применяет этот подход. Просто у вас, мне кажется, он в наиболее формализованном виде. А так, мне кажется, этот подход достаточно распространен. Ну, на самом-то деле, вот опционные тактики различные, да, а по ним же очень много материала написано. Вот зарубежные авторы, которых мы, в принципе, мало знаем, не все же труды их переведены на русский язык. Mm. Очень многие вот трейдеры, опционисты, да, которые, скажем, работают с опционами, да, применяют какие-то интересные хитрые там тактики, я вот с некоторыми беседовал по скайпу,
Вот, они иногда рассказывают. Ты знаешь, вот моя тактика, она... Да, ее тут мало кто знает в России, понятное дело, но на самом деле она была описана в книжке там какого-то опциониста 86-го года. Просто тупо. Все. Про нее все давно забыли, про эту тактику, да. Он говорит, ты знаешь, вот, да, она, может, какой-то период там не работала или что-то еще. И я вот сейчас посмотрел, что-то подкрутил, да, великолепно работает, на самом деле. Да, конечно. Тем более, что опцион – это же не что-то новое. Теория опционов, как и теория квантовая теория, кстати говоря, эти две теории появились в одном году, в 1900-м, понимаете? С тех пор о них много говорят, никто не знает. Ни опционы, ни квантум. Поэтому это такая тема вечная, на мой взгляд. Но самое главное, что бизнес растет, люди используют, люди зарабатывают, и это прекрасно. Альберт, спасибо вам большое за ваш обзор. Вам хорошего дня, удачи на рынке. Ждем вас на чемпионате мира. Вы нужны, Альберт. Нужен лидер, нужен такой человек, который сказал бы, да я знаю, вот я знаю рынок, я умею с ним работать, вот так надо. Спасибо, Альберт, хорошего дня. Вам тоже всего доброго, коллеги, попутных нам с вами трендов. До свидания. Спасибо, до свидания.